Сегодня в Ульяновске дан старт зимнему первенству страны по легкой атлетике для спортсменов не старше 18 лет. Соревнования представительные. В Ульяновск съехались больше 700 атлетов из 70 российских регионов. А к началу состязаний в манеже «Спартак» уложили новое покрытие. В прыжковых видах легкой атлетики, в беговых видах легкой атлетики соревнования в условиях помещений исключают влияние ветра и погодных условий, что также может влиять на достижение высоких результатов. И зачастую результаты, показанные атлетами в манеже, превосходят результаты, показанные этими же атлетами на стадионе. От команды хозяев ждут успешного выступления, ведь дома, как известно, и стены помогают. При этом специалисты прекрасно понимают, конкуренция будет очень высокой, ведь в Ульяновск приехали почти все сильнейшие спортсмены этой возрастной группы. Исключение составили лишь те, кому мешает выступить травма. У нас есть спортсмены, на которых мы смотрим особо внимательно. Это и Федор Поздняков, который уже является призером, правда, в категории младше, но он очень сильно прогрессирует. И представитель Димитровграда, Арсений Дубов. Уверен, что зажгутся какие-то новые звездочки, потому что этот возраст такой, он до конца непредсказуемый, и появляются новые спортсмены. В программе соревнований 12 дисциплин. Итоги зимнего первенства России по легкой атлетике подведут в последний день января.